Вагон сюда, вот этот. Смотри, какой здесь стоит. Кто стоит здесь? Так, вот. Видишь, что ли? Да. Его воткнуть, буду втыкать сюда. Вот куда его так воткнуть сюда? Я еще пока что придумать не могу. Ну так при этом, чтобы он, ну, не коротко. Козырек сюда приделывать, ну я не знаю. Наверх это неудобно, отвлекаешься от движения. А он автомат вообще приделал, автоматизирован. Он сам говорит. Хотя да, здесь еще три тумблера, УПО, ВК, контроль. Смотри, либо вот сюда повесить его под наклоном, вот я тыкаю, видишь? Но. Либо вот сюда вот на стенку, либо вот сюда на стенку справа. Да придется еще дополнительных тумблер выводить, не знаю. Вот надо будет выводить дополнительные три тумблера, которые отвечают за УПО, УПО, радио и контролер. Который подходит под ЕМА и под ЛВЗ, блин. Ну я не знаю. Да, я тебе покажу. Погоди. Вот я спавню ЛВЗ. Погоди, еще пока ничего не делает. Спавню. Ты спавни ЛВЗ, ЕМА, без проблем. О, спавни теперь свой ЛВЗ, который ты хочешь того смотреть. Я посмотрел. Ебать. Этот! Опа! Где кого? Это АПК КДМ. Ну, по КДМ хорошо, ты издеваешься? На, извините, на старый вагон ставить по КДМ. Это перебор, там есть другой информатор еще старый, пощелкайте, я не помню как называется. Поменяйте информаторы. Другие поставь какие-нибудь. Ты какой поставил, Дрейк? У меня ПУАФ что ли стоит, не помню. Господи, токсин расстанавливает сигналку на новом Orange. А, мои глаза. Да я тут увидел в попечке. Токс расставляет сигналку на Orange новом. А, мои глаза. Когда, кстати, новый Orange уходит? Почему твои глаза? Чего не так? Токсин, сигналка, это боль. Ну обоснуй. Потому что это токсин. Блять, это не обоснование. Я говорю, что не так-то? Надо посмотри его сигнал вообще. Вот я про этот говорил, информатор. Его можно еще поставить. Я, погоди. О, это боль. Ну, я не знаю, здесь полностью, вот именно, видишь, именно вот эта вся панелька, она единая. Да? Да. То бишь, смотри, вот на моем ЛВЗ-шке, видишь, тут, то бишь, одна коробочка с кнопочками и с лампочками, и все. Блядь, что я сесть не могу? Ну, вижу, да. А, она маленькая такая. Так подожди. Маленькая. И как раз она такая... для модернизации это ЕМА. Это плохо. Что плохо? То, что она такая маленькая, я думал, она как весь этот пульт, вся часть вот эта вот. Нет, я тебе говорю, что вся часть. Это вся часть, блин, но... Я опять говорю, что... Вот где этот тот способ? Блять, он его удалил, что ли? А, не ворон. Этот, он полностью единый, вся вот эта съемная панель. Ну.
Она... Проблема ее поставить на боковую стенку. Но хотя бы... опять же, это будет смотреться бред-бредом для модернизации Яма или Ежа. Поставь тогда этот, короче, все. Ой, все начинается, блядь. Чего и все? Ой, все. Ой, бля, был на параде трамвай. Ой, все. Трамвай? А че? Да, Москва парад трамвая был 15-го. Вот здесь, куда мне ставить его? Я просто предполагаю, не могу. Я же сказал, либо наверх, но наверх отменяется, раз он такой узенький. На стену, вот справа, сюда вот. Блять, я не могу. Да ёба на в рот. Вот а, место тут вообще тут кто-то тебя дуры это выпилить. Я не вот понимаю, сюда. Что тебе делает. Нет, ну не назад ставить, а вперед. А ну, бля! Не передвигайте эту карту. В смысле? Как понять, не передвигайте? Вот тупак, ёб твою мать. Не передвигайте карту, блядь. Когда Дрейк уйдет, сразу передвинем эту карту. Нет, блядь, одно дело, не меняйте карту, не переключайте, а вот не передвигайте карту. Так. Не передвигайте карту, ну пожалуйста, не передвигайте карту. Сейчас я приду, короче. Да, хуман на бальгажина заебал, а... Заебал мой кот по ночам, алё. Это сейчас что было? Это я потянулся. Ряд горы, короче, материться, я уже не знаю. Ой, как будто ты у нас не материшься, я тебя умоляю. У меня просто фигура, у меня лишние уши. Очень много лишних ушей. Осень году и появился в Москве. Что появился в Москве? Блять, сука, когда мне тоже... Почему бы вам посерединку не по IP? У меня проще было IP-шник бы сменить. Или просто это через VPN зайти. Где же вы, где? Загрузка пакета. Подождите. Такая фраза прям. На балконе.